Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Улуха. Ну что, давай заберем, наверное, все наши ресурсы, которые драконы насобирали. Так, ветрокрыл. Даже, наверное, скоро мы его еще отправим. После того, как он получил уровень, он уже, друзья мои, носит 5 железа и требует всего лишь 212 миллионов древесины. Это круто, на самом деле. Это очень выгодно. Так, древорубчик, давай-ка за древесинкой лети. Костолом за рыбой. Цель сегодняшнего захода в игру — да пройти, друзья, события. Нужно его сегодня уже доделать, в конце концов, и ждать что-то новенького из следующего. Так, ну-ка, шепот. Ой-ой-ой, подожди, куда это я тебе? За древесиной, конечно же. Так, тебе за древесиной отправим. Тебе за рыбой. Давай дальше высматривать. Этот у нас только древесину принес. Так. Я не понял, а я чё? Фу ты, я уже думал, что я их не отправил. Нет, все нормально. Просто они уже стоят в ожидании. Так, ты мне что-нибудь здесь принесешь? Нормальное, путевое. Ай-яй-яй-яй. Тут 3 железа, тут 2. И плюс янтарь. Не особо, конечно, выгодно у нас тут получается. Ну, я тебе скажу больше. Теперь с каждой прокачкой, ребята, дракона, мне требуется железо. Это уже которые идут. Опа, ничего себе, как он быстро у меня в титаны перешел. Вау. Фейерверк, ну ты красавчик. Что я могу еще сказать? Молодец, умница. Давай-ка мы тебя дальше отправим на прокачку. Так, смотри, видишь? Уже 2 железа требуется. Вот такие вот, друзья, дела. Причем это обычный. Я не понимаю, почему так круто это все дело на обычного тратить еще и железо. Насколько я помню, у меня до сотки качались без всяких там проблем. А тут ничего подобного. Тут подавай им уже железо, видите ли. Так, беззубик. Давай-ка возьмем с тобой воздух. Воздух, земля, лети. Так, а вы что, барсик? Ну-ка давай посмотрим. Ну тут шестеренки 100%. Фигушки, он тебе даст топор. Напугать смутьяна. Я не знаю, как ты его напугаешь. Так, а здесь тусклый янтарь. И по итогу, скорее всего, нам выпадет тусклый янтарь здесь вместо рун. Ну, мы сейчас посмотрим. Удивительно, дают наоборот руны. Я только рад. Давай-ка мы отправим его, наверное, в приключение. В драконий край пускай летит. Так, Кривоклык, расскажи остальным бесплатно. И Громгильда, общий враг, тоже бесплатно. Давай возьмем с тобой, откроем сундук. Бесплатно, естественно. Так, монетки Одина. Ужасный чудовище, Громель, Парящий прихвостень. Опа, это кто у нас? Песчаный призрак, но он у меня есть. Песчаного призрака мы уже с тобой получили. Поэтому этого я, наверное, с удовольствием отпущу. Тогда сразу еще и рекламный глянем. Ой, подожди, не туда. Ну, монетки, это понятно. И здесь кревет, древоруб, вострозуб и громобой. Я даже немножко удивлен, что нам выпадало аж целых 2 дракончика. Хм. Из паков. Так, давай-ка мы здесь доберем с тобой награды. Грибы, тусклый янтарь. Все, иди дальше до раскопки. Так, тут у нас обмен. Естественно, блестящий янтарь. А можно еще заказать тебе? Можно. Поэтому с удовольствием сразу заказываем. Здесь забираем, ребята, последний пак. Надо будет как-то набивать их. Шторморез, Громоль, Громобой. И все. Больше ничего у нас нету. Так, у нас по древесине что? По древесине. Тут еще 4 дня будет делаться. Ё-моё. Я вот думаю, может быть, нам 104 миллиона древесины, чтобы обучить. Беги, кревет, обучайся. Ой, кревет, это же громобой. Так, что-то как-то маловато драконов, если честно. Вот надо с этим что-то делать. Давай-ка мы с тобой купим один пак.
Нифига себе, смотри. Освобожденный Проныра в лавке Одина. Ну, скорожал у нас есть. Набор золотой, набор классический. А в классическом наборе что у нас? Землехват, объедало, бронекрыл, инферн и экзотический приливной планер. Но мне почему-то кажется, что выпадет именно землехват. Даже если я куплю вдруг. Ну что, будем рисковать? Давай рискнем. Да, я хочу купить. Так, 3 железа, 2 железа, 120 рун, 75 рун и бронекрыл. По-моему, ребята, это новый дракон, у меня такого еще не было. Да, это новинка. Слушай, ну это круто. Это круто, я обожаю, когда у нас появляются именно новые драконы, а не старые, которые у нас уже есть и которых нужно удалять. Это классно, но зато теперь я не могу приобрести нужного пака. Вот такой вот я рискованный человек. Ну что, друзья мои, 8 часов 51 минута нам осталось, чтобы допройти угрозу. Страховка товара. Поэтому я, как говорится, не буду медлить. Я пойду сразу в бой. Что такое? Что с голосом-то? Ё-моё, пропадает периодически. Ладно, ребят, не обращайте внимания. Видимо, кофе так влияет. Ну что? Будем сейчас, наверное... С шепота смерти я, наверное, начну все-таки. Именно с него... Потом, наверное, водореза бомбанем, да? Так будет эффективней. Но прежде чем водореза бомбануть, почему-то просто укусил. Я же нажал на атаку. На атаку. Снижение брони. Странные вы какие-то, а? Драконы непослушные. Опа. А вот это пахнет керосином, друзья мои. Сейчас бомбанет. Слава богу, не добил. Так, ну что, нам, наверное, вот сюда надо сделать укус. Теперь отхил. Да почему ты не хиняешь-то, ё-моё. Ребят, я не знаю, что там происходило, но он не собирался даже хилять его. Слушайте, ребята, у меня кнопки почему-то перестали работать, прикинь. Вот оно что. У меня кнопки отказали. Теперь придется тогда делать все самому. Ладно, мне, в принципе, не трудно. Раньше мы этим занимались. Просто раньше было все намного попроще мне. Так, вот и вот. Враги номер один. Ну, куда ты? Ну, естественно. Ну, куда же он еще может, ребят, бомбануть? Я сделаю так. Бомбанем сюда. Надо срочно нам... Тьфу, ты опять нажимаю на кнопку. Она же не работает. Очень мало здоровья мы восстановили. Очень мало здоровья мы восстановили. Его ушатают у меня. Ладно, тут у нас вторая волна. Я надеюсь, мы справимся все-таки. Промахнулся, отлично. А этот не промахнется, да? Раз, два. Теперь опять же делаем лечилочку. Ну, я думаю, что здесь мы пройдем. Потихонечку-потихонечку мы пройдем здесь. Угу, ударил. Добивай его, Барсик, красавчик. Теперь сюда кусаем. Кривоклык кусает. Ну и недолго тебе осталось тут землю-то топтать, громобойчик. А что я руку держу на это, на клавиатуре? В целях нажатия кнопки. Теперь уже все. Ну что, крутим наше колесо удачи или неудачи. Скорее всего, удачи, потому что выпадает плод мудрости. Так, и у нас получается обычный... Да, обычный загадочный пак. Мы его забираем, и у нас следующий идет мини-боссик. Так что, друзья мои, приготовились. С мини-боссиком... Шутки плохи, но, конечно, можно его подбить. Главное, чтобы здесь не было больше 3 волн. 2 кревета? Эй, ребят. Давай-ка без вот этих вот выпендрежей ваших. Зачем вы мне сюда воткнули 2 кревета, а? Причем шустрых.
Допустим. Ну, в принципе. В принципе, неплохо. Давай уничтожим. Сюда. Но добить мы не смогли, да? К сожалению. Ладно, ничего страшного. Вторая волна. И кто у нас тут? Ага, у нас два мини-боссика. Это тройной удар и плюс еще сородич шепота. Хорошо, сделаем вот так вот. Блин, вот это тоже, конечно, очень опасный чувак. Я у него не знаю, какая ульта, но на одиночную неплохо бомбит. Так, он промахнулся, отлично. Давай, раз. Раз, раз. Добить сможем? Да ты серьезно? Даже не добили, ребят. Не хватило прыти. Смотри, смотри, как они на Костолома на моего, а? Переключились. Ой, на Кривоклыка Костолома. Давай, наверное, сюда сделаем пару ударов. Понижаем броню. Этот еще сейчас влезет. Ну, Барсику, я думаю, что все, крышка. Барсик здесь отыграл. Ну, не его вина, ребят. Я ничего все равно здесь не смог бы сделать. Не успел бы элементарно. Ну, а тебе все. На тебе песенка спета. Ну что же, крутим колесо и забираем с тобой 175 миллионов леса, древесины, да? Это все закрываем и двигаемся вперед. Дальше у нас идет обычный поединок, после которого мы забираем с собой элитных. Опять же, ареновский пак. Но, насколько вы помните, ребят, я вам говорил уже, последняя вот эта вот награда, яйцо, да, в котором будет приливной планер, он у меня есть. В принципе, это событие можно было бы не проходить. Но мне интересно. Поехали. Блин, тут два защитника. И как? Давай, конечно, через понижение броню будем играть. Так, Кривоклык. Отлично. Так, хильнуться мы, к сожалению, не успеем. Но я могу, наверное, так сделать. Минус один. Так, давай, громобой. Опачки, видишь, что творит. Укус. Двойная атака. А, делаем отхил. О, он еще и промахнулся. Ну что же, это нам только на руку. Мне говорит что-то, что тут ему крышка. Все. Значит, здесь страж, громобой. О, сородич капкана и... Так, с кого начнем-то? Наверное, с сородича. Наверное, начнем с сородича. Быстренько его сейчас ушатаем. Но вот этот вот, если повышать будет себе атаку, он очень будет сильно дамажить. Намного сильнее, чем тот же самый громобой. Поэтому вторым уничтожаем именно его. Так, хильнемся. Хоть это не обязательно можно было делать, но... Зато массовая атака. Ну что, добьем, наверное, я думаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, укус. Ну что, громобой, давай повеселимся. Вот тебе раз. Окей. Раз-два. Понижаем броню. Кривоклык, добивай его. Вот так вот. Ну, здесь, я так понимаю, да. Мы с тобой забираем рыбу. Ну что, остается у нас два поединка. Мини-боссик и босс. Ну, давай, давай, давай. Шторморез, древоруб, кошмарный пристеголов, громобой, острокрылый змеевик. И все. Скудненько, конечно, вы скудненько дали. Ладно. Надеюсь, две волны. Да, две волны, друзья мои. Так, два штормореза плюс громобой. У-ху-ху-ху. Поехали. Так, ну я так понимаю, они моего же класса, поэтому они будут что делать? Отхиливаться. Мы не должны им давать накопить 4 энергии. Добивай. Отлично. Вот у него сейчас в данный момент, видишь, что он делает? Я вот про это тебе и говорил.
что он будет отхиливать. Поехали. Ну что ты там задергался? Барсика не трогай. Что же сделать-то нам? Да я думаю, выживет у меня Барсик от громобоя. Выжил, молодец. Теперь сделаем вот так вот и добьем. Так, он остался один. Но у него очень много энергии. Потом это ульта сейчас, наверное, будет, да? Слушай, ну он не в барсика стал ее делать, слава богу. Раз, два. Так, кусаем. Ну что, через понижение брони, я так понимаю, мы его сейчас уничтожим. И последняя волна. Ох, ё-моё. Ну ладно, громорог. Но вот эти вот. Они стражи еще к тому же. О-оу. Это что значит? Это значит, что они сейчас меня тут будут колбасить. Один за другим. Им достаточно сколько? Три энергии, по-моему, да? Для того, чтобы глушить. Да, три энергии, ребят. Поэтому поехали. Сейчас они опять вдвоем. Надо барсика как-то залечить. А как мы залечим барсика? Ну, в принципе, мы можем сделать вот так вот. Как вариантик. Давай, кривоклык. Ну вот, теперь он остался один. И нам, поверь, будет намного проще его уничтожить. Намного. Во-первых, залечим раны. Сделаем укус. Неужели он все будет барсиком? Нет, переключился. Понижаем ему броню. Кривоклык, уничтожь его. Вот так вот. Ну что, 262 миллиона рыбы. Это вообще круто. Так, закрываем. Ну вот мы и добрались до Босяцкого. Я думаю, никаких проблем не будет с его разбором. Две волны. Так, здесь у нас громобой, костолом, громорог. Так, надо приоритеты расставить. Громорог. Наверное, начнем с громобоя. Да, я, наверное, с громобоя все-таки начну. Он будет посильнее. Тем более, он, видишь, сам себе повышение атаки сделал. Добиваем. Так, минус один. Следующим, по идее, надо, чтобы шел на разборку именно громорог. И что творит? Раздает понижение атаки. Всем причем. На барсика повесил. На штормореза. И довольный. Так, раз. Этот опять за свое. Сейчас мы этого уничтожим. Теперь нам нужно восстановить здоровье. По фулочке. Опа, опа. Сейчас будет... Промахнулся, ты прикинь, промахнулся своим суперударом. Он хотел заглушить кривоклыка, но у него ничего не получилось. Так что теперь пускай копит энергию, а мы с тобой будем потихонечку его разбирать. Кто же тут Босяцкий? Опа. Ого-го. Значит, ты, да? А что ты такой ватный? Так, я не буду, наверное, пока здесь ничего делать. Вот так вот. Ну, промахнулся. Ну ты лузер, а. Просто лузер. А вот эти, да, эти мощно бомбят. Мы успеем, да, в принципе, мы успеем хильнуться даже. Давай так вот. Опа, барсик, живи. Сейчас что-то будет. Огнеплюйка, да? Не останавливаемся. И добиваем. Ну что же, последний у нас костолом. Это страж. Он уже второй раз, кстати, промахивается, прикинь.
У него 17 уровень. Не знаю, по идее, мы на равных с ним деремся. Почему он промахивается? Нет, это только хорошо. Я наоборот радуюсь в душе, что он промахивается. Но немножко удивлен, что он так часто промахи делает. И добиваем, ребят. Все, событие пройдено. Здесь нам выпадает с тобой древесина. 125 миллионов. Это все закрываем и забираем наш трофейный приз. Яйцо приливного планера. Ну и сразу же, естественно, я его отпускаю, потому что, ну, он есть у нас, поэтому, ну, смысл, ребят. 5 миллионов рыбы. Так, сезонный абонемент. Раз. Два. Чуть-чуть, да, буквально не хватает нам. А что у нас там следующая награда будет? Угу, 250 цветочков Фреи. За 5 дней, ребят, я не успею. Мне кажется, придется открывать пак. Я не смогу набрать 7500, поверь мне. За 5 дней, нет, это нереально. А что в паке может быть? Давай-ка я гляну. Так, руны, янтарь, смертолап, скользкокрыл, лохматый вой и... Слушай. Ну, очень много, конечно... Верховный тень. Давай попробуем. Давай попробуем. Покупаем. Ну, не накоплю я, друзья, просто-напросто. Сезонная награда. Так, рыба, рыба, древесина, тусклый янтарь, 100 рун. Так, продолжаем покупать карты. Так, рыба, древесина, древесина. Колодец желаний нам выпал. Давай сюда его и поставим тогда. Так, сколько мы еще можем? Еще один раз, да? Можем с тобой позволить купить сезонную награду. Опять рыба, древесина, рыба, руны. О, смертолап. Это, друзья, по-моему, новинка. Такого у меня не было. Да? Ты посмотри, как... Смертолап. Смертолапы ядовитые, жестокие и подлые драконы. Возможно, кому-нибудь Солуха и удастся раскрыть их более мягкую сторону. А пока держитесь от них подальше. Жуткий смертолап сокрушает, рубит и сметает своих врагов с чудовищной силой. Лучше держаться от этих драконов подальше, если только они не на вашей стороне. Да, я помню в мультике этих смертолапов. Очень жесткие они были, очень. Но здесь почему-то он выглядит так мило. Да, нет у меня места, поэтому разместить у меня не получится. Так, ну что, монеты Одина. И дальше у нас там мы... Так, штормрезка, столом, душитель и все. Ребят, но зато почти 3000 рун. Почти 3000 рун. Что я хотел? Я хотел отправить нашего... Да-да-да-да. Почитаемого гостя за... За железом. Так, секундочку. Кто-то у нас еще же вроде бы. Ты что там требуешь? Ты требуешь древесину. Но ведь кто... А ты чего мне прохлаждаешься, а? Я не пойму. Тут вот... Лети. За железом. Железо нужно, ребята. Причем в таких пропорциях, что лучше тебе не знать. Так, а ты что? Обучить. 71 уровень. 65. Давай, лети. Обучайся. Вот смотри, чтобы водореза прокачать, нужно 25... Железо, вот ты представляешь? 25 железа, ребят. Так, вернись. Иди обучайся. А, у меня уже не хватает, понял. Тогда собирай древесину. Ну что, давай, наверное, забьем теперь наш склад паками. Потому что обязательно нужно, ребята. То даже и ставить-то уже нечего. Ожидание соперника, он уже найден. И мы переходим
непосредственно к боям. Так, Громль плюс Кривоклык и Барсик. Так, даже не вздумай. У нас, кстати, надо было посмотреть. У нас вроде бы событий в ближайшее время не намечается, да? Дровница наша будет прокачиваться 4 дня еще. Жуть. Жуть какая-то просто-напросто. На тебе. Так, добили. Мамочки мои, ты посмотри, как он бомбит. Ну это ужас какой-то просто, ребят, это ужас. 17 уровня. Громль. Блин, я бы хотел, конечно, себе получить. Он у меня есть, но карточек нету. Я не могу его прокачать. На 17 уровне, нифига, он отжигает. Посмотри. Трэш просто какой-то. Просто лютует. Он сейчас еще сделает один фаербол, ребята, и все. И у меня упадет, наверное, Барсик и Шторморез. Я вот об этом тебе и говорил. Вообще лютует ужас. В общем, у меня пока есть возможность его заклевать. Но если он влупит еще один фаербол, а он его сейчас влупит. Слава богу. В слепоте он это сделал. Сейчас еще один. Что? Что ты себе позволяешь, а? Ну? Все, мы все-таки победили, друзья. Ну что, вот у нас и следующий поединок. Давай, наверное, сделаем вот так. Ай-яй-яй, забыл совсем про его две атаки-то. Блин, тут еще и Сарделька с двумя атаками. Ты посмотри, как они быстренько, плотненько взялись за моего Барсика. Это что такое? Сговор? Да, по ходу дела сговор. Ну, хотя бы одного убрали. Они сейчас уберут, естественно, мне Барсика. Ну, а мы тогда давай уничтожать этого малыша. Они причем оба стражи, прикинь. Они оба стражи. Что мы можем сделать? Мы успеем, наверное, хильнуться, я надеюсь. Вот таким вот образом. Ну, опять же, Сарделька. Раз, два. Вот. Теперь нам намного будет проще разобраться с этой Сарделькой, потому что она осталась одна. Плюс у нее пониженная броня. И у меня есть тот самый дракон, который стражей уничтожает на раз-два. Так, добьешь? Красавчик. Ну что, друзья мои, у нас последний поединок. Скалотряс. Да, ну естественно, если Скалотряс в команде, надо уничтожать его. Хотя Душитель тоже меня не радует. Но Скалотряс, ты сам видишь, что вытворяет. Два укуса. Барсик, вот я смотрю на тебя, мне кажется, ты такой ватный. Сейчас его, наверное, уничтожат, кстати. Ха-ха, вот о чем я и говорил. Ладно, теперь беремся за... Чего они так бомбят-то, эй? Хорош уже издеваться-то. Ты посмотри, а что вытворяет. Броню понижает, это сейчас, естественно, будет рад бомбить. Конечно же, будет рад. Если я сделаю вот так, сейчас добьют, мне кажется. Ой-ой-ой-ой-ой, еще и... Все, ребят, еще и смятение. Ты что ты сейчас будешь делать? Ну, почему ты атакуешь его? 6, это было 6, нам нужно... Да, мы, к сожалению... проиграли здесь. Печалька, что я могу сказать. Так, ну что, у нас тут, я смотрю, Лаварык. Я его трогать пока не буду. Я, наверное, начну с Громли. Попробуем его быстренько как-то уничтожить. Потом переключимся на Костолома. А в конце уже в самом будем разбираться с Лаварыком. Лаварык меня вообще нисколечко не пугает. Вот этому не хочу дать возможности запустить свой фаербол. Ах, ты еще тут со своим разбегом. Секунду. Ай-яй-яй, не добил. Не добил. Я чувствую, мы опять Барсика сейчас потеряем. Хе, халявщик пришел такой и промахнулся. Но этот-то добьет. Этот добьет со своим разбегом.
Тут уж ничего не поделаешь. Так, кусаем. Мы лаварыга с тобой не трогаем, поэтому он вряд ли будет тут ставить защиты или еще что-нибудь в этом роде. Я хочу, знаешь, что сделать? Повесить на него слепоту, чтобы он нам как бы еще немножечко и помогал, особенно применяя свой разбег. Давай, с своим разбегом. Молодец, прям в лаварыга. Отлично. Так, дальше мы здесь добиваем и переключаемся сюда. Да что ты будешь делать? Сейчас будет что-то вешать на себя. Нет, ничегошенько не стал делать. Все, ребят. Ну что, как ты видишь, мы с тобой получили 3 обычных пака. Любой можно открывать, начать. И, конечно же, пак вождя. Крылатый ужас, шепот смерти, шипорез, громоль, экзотический дымодышащий, громорог отпрыск и грозокрыл. Вот как-то так. Плюс у нас... Ага, как раз того, чего нам не хватало, да? Для награды. 250, а это, по-моему, значит то, что мы можем, да, взять с тобой еще один пак. Так, рыба, древесина, рыба, янтарь, 125 рун. Ребят, 3000 рун уже у нас, это круто. Давай посмотрим по событиям. Нет, все тихо, никаких на ближайшее время событий нету. Может быть, к 23 февраля что-нибудь приготовит. Не уверен, конечно, но будем надеяться. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!